Может случиться все, что угодно, понимаете? Большие достижения могут обернуться несчастьями. Большие провалы могут оказаться входом в новые возможности. Вы абсолютно правы. Вот. Но я же здесь рассказываю вам про не обстоятельства, да? Я вам здесь рассказываю про то, что как вы сможете вы пережить провалы, чтобы получить возможности? Сможете ли вы, достигнув успеха, не потерять ощущение собственной ценности и смысла собственной жизни? Вот я про что говорю. А для этого, конечно, нам нужно научиться управлять собственными эмоциональными состояниями, нужно научиться справляться своими тараканами, нужно научиться правильно смотреть на жизнь так, как это позволит вам быть более эффективными и в отношениях, и в карьере, и в отношении к самим собой.